Сегодня началась регистрация выпускников школ на итоговое сочинение. Министерство образования и науки Архангельской области начало прием заявлений от выпускников школ региона, которые планируют принять участие в итоговом сочинении или изложении. Само испытание пройдет 6 декабря. Помимо сочинения можно написать изложение. Такое право предоставлено ребятам с ограниченными возможностями здоровья. 11-классники подают заявление на участие в итоговом сочинении, изложении в своих школах. Те, кто уже получил аттестат, но желает пройти творческое испытание, может узнать о местах приема документов на сайте регионального центра оценки качества образования. Выпускникам школ прошлых лет успех на итоговом сочинении позволит рассчитывать на дополнительные преимущества при поступлении в вузы, но только в том случае, если высшие учебные заведения учитывают результаты этого испытания. Добавим, что специалисты Министерства образования и науки Архангельской области готовы проконсультировать по вопросам, связанным с итоговой аттестацией 2018 года, по телефону горячей линии